На радио «Заречное» поздравляет вас и в свой день рождения дарит пригласительный билет в кинотеатр «Роликс». Поздравляем! Спасибо большое! Анна Двойнова уже не в первый раз получает призы и подарки от телерадиокомпании. На прошлой неделе она вместе с дочкой Аришей стала победительницей фотоконкурса «Я люблю Заречный» по версии интернет-пользователей. Удача молодой маме улыбнулась и в день рождения радио «Заречный». Подарок – билет в кино – оказался кстати. Если честно, последний раз были 3 года назад. Ну, сначала беременность, потом род, теперь вот ребенок маленький. Наконец-то сходим теперь с мужем в кино. Не менее приятный приз – майка с логотипом знаменитого хоккейного клуба – достался другой участнице от программы «Все о спорте». Как рассказала победительница, сын занимается хоккеем, поэтому и она в спорте подкована. Сидя на работе, слушая любимое радио «Заречный», запомнила циферки, которые нужно набрать, и услышала знакомый вопрос, на который знаю ответ. И быстро набрала, ну и почему-то была уверена, что я буду первая. Не настолько уверена в победе была третья участница викторины. Ответ на вопрос я знала сразу, но не решалась на него ответить. Как бы первая девушка ответила неправильно, вторая девушка ответила неправильно, и рука сама машинально потянулась к телефону. Не успела Елена осознать, что она в эфире, как стала счастливой обладательницей бумбокса. Я была удивлена, потому что я с первого раза, вообще участвовала в таких конкурсах и сразу дозвонилась, была очень удивлена. Когда я поняла, что это я первая, это вообще был всплеск эмоций, очень приятно было. Радио «Заречный» дарит не только отличную музыку и интересные программы, но и по-настоящему ценные и полезные призы. Слушайте радио на волне 103.3 FM и получайте заряд бодрости и прекрасного настроения на весь день. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».